Всем привет! Сегодня я хочу предложить очень интересный рецепт баклажан и ленивый огонек. Это упрощенная версия огонька. Вам понадобится на 5 литровых банок 5 кг баклажана, 1 кг помидоров, 8 штук горького перца, 800 грамм болгарского перца, 300 грамм чеснока, соль 2 горсти плюс 1 столовая ложка по вкусу, 6% уксус 200 мл, 500 мл растительного масла. Баклажаны помыть, нарезать кружочками, поместить в большую емкость. Хорошо посолить, перемешать и оставить на 1 час. Почистить чеснок и болгарский перец. Острый перец не нужно очищать от семян, так как семена и внутренние перегородки перца – самые острые части. Достаточно срезать только плодоножку. Помидоры помыть и каждую разрезать на 4 части. Острый сладкий перец, чеснок и помидоры перекрутить через мясорубку. Измельченные овощи поместить в кастрюлю, добавить растительное масло, поставить на огонь и довести до кипения. Слить жидкость из баклажанов и хорошо промыть холодной водой. В кастрюлю с овощной смесью выложить баклажаны, перемешать, уменьшить огонь, довести до кипения и варить 30 минут. Затем попробовать, если необходимо, добавить еще соль. Влить уксус, только сразу весь не вливайте и вначале попробуйте, чтобы не было слишком кисло. Доводим все это до кипения. Раскладываем горячую смесь по стерилизованным банкам, закатываем крышками, переворачиваем на крышке и укутываем одеялом до полного остывания. Баклажанный ленивый огонек готов. Приятного вам аппетита! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал и вы узнаете много нового и интересного.